नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरव भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण Ванна Госвами Махарадж, Шри Рупа Санатан Гаудия Мат. Вечерний даршан. Прежде всего, я предлагаю свои смиренные, почтительные поклоны лотосным стопам моих духовных учителей Гуру Пад Падма, Нитида Прашнушну Пад, Аштута Рашата Шишимат Бхактивиданти, Шили Вамани Гасай Махараджу и Нитилил Прашнушна Пад. Аштата Рашат Шишимат Бхактивиданти Шили Нарани Гасай Махараджу. Также я предлагаю мои смиренные, почтительные Дандават Пранамы, Лутас Настапам, Нитилил Прашнушна Пад. Аштата Рашат Шишимат Бхактивиданти Шили Гурга Винда Гасай Махараджа. И почтительным гостям. Итак, мы продолжаем обсуждать Харикатху о Гопа Кумаре. Гопа Кумар рассказал свою собственную реализацию своему ученику Мадхурскому Браману. В предыдущем классе мы только Гопа Кумар сказал, когда его Гурудев, как его звали его Гурудева? Джаянта. Когда он дал ему Гопал мантру, тогда он потерял сознание. И столько пены потекло из его рта, из его уст, и его глаза закатились, и он стал издавать звуки. На самом деле это проявление восьми экстатических настроений. Аштасатвика Викар. Затем Гопа Кумар принес воды из Ямуны. Но когда он вернулся, его Гурудев исчез. Только вот хуя вам уже рассказал. Но его Гурудев не научил его, как ему повторять эту мантру. И какого значения эта мантра? В предыдущем классе я объяснил, что нама и мантра являются трансцендентными. И знаете вы значение или не знаете? Все равно вы получите плод. Такова природа. Потому что мантра означает, что в ней заключена мистическая сила. И я привел такой пример. Осознанно или нет, если вы коснетесь огня, этот огонь, он обожжет вашу руку. Таким же образом, знаете вы значение мантры, или вы не знаете значение мантры? Если у вас нет оскорблений, аппарат, то вы очень скоро получите результат. А если вы совершаете какие-то оскорбления, но воспевая святые имена, все ваши аппаратхи, оскорбления уйдут из вашего сердца. В Шримад Бхагаватам приводится такой пример. Шримад Бхагаватам приводит такое доказательство. Если вы будете воспевать святые имена, но у вас нет проявления викаров святого имени, то есть слезы не текут из ваших глаз. У вас
не проявляются никакие экстатические признаки в теле. Это означает, что у вас очень много оскорблений. Читание Чаритамриты говорится, что таков признак. Какой признак? Что вы оскорбитель Апарадхи. Но вы даже не знаете, что за оскорбления. Какие? Нам Апарадхи, Дама Апарадхи, Сева Апарадхи и Вашнава Апарадхи. Я успеваю святое имя. Если ваше сердце не тает, слезы не текут, вы должны понимать, что у вас в сердце очень много оскорблений аппарат. Но нам Прабху необычайно милостив, постоянно воспевая святые имена, то постепенно все оскорбления уйдут из вашего сердца. Таков процесс. В предыдущем классе я уже объяснял, сколько вам нужно понадобится воспевать святое имя, святого имени. Это зависит от степени поражения болезни, от степени заболевания. Приводится пример. Сколько вы будете принимать это лекарство? 5 дней, 7 дней, месяц, год. Это зависит от степени вашего заболевания. Таким же образом, до тех пор, пока у вас не проявится аштасаттвика викара, вот эти аскетические признаки, вы должны будете повторять внимательно наму и мантру. Но нет никакой разницы между намой и мантрой. В предыдущем классе я уже сказал, что харинама — это самбудан, это обращение. Напишите, пожалуйста, кто по интернету слушает, нормально слышно или нет. Итак, Махамантра — это взывание, зов, обращение. И поэтому говорится «Харе Кришна». Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам. Рам, Рам, Харе Харе. Это самбодан. А мантра? То есть это те же самые имена Господа, Кришна, Говинда и Гопиджана Валабха. Но там приводится на санскрите, как бы вы предлагаете себя. Намо сваха. В каждой мантре содержится вот это намаха или сваха. Таким образом, нама и мантра вы должны повторять. Мантра, Гопал мантра, Гопала мантра, она дарует самбанда гьяну, знание взаимоотношения. Если вы будете воспевать мантру, гопал мантру, тогда к вам придет знание взаимоотношения. Это очень важно. Самбанда гьяна. Вначале самбанда гьяна развивается гуру, а затем та же самая самбанда гьяна переходит на Кришну. Шанта, Дася, Саки, Вацали, Мадхурия. Итак, развивается ваше знание в взаимоотношениях. Поэтому говорится, Дивья Гьян Дила Джай, Джанме, Джанме Прабусей.
Таким образом, увеличивается ваше знание в взаимоотношениях. Но есть кое-что, что описывает Санатана Госвами. Когда вы прибудете на Вайкунтха Дхаму, то там мантра. Там уже не нужно воспевать мантру. То есть Гопала мантру, Гаятри мантру. И тогда вы там будете повторять только Маха мантру. Махамантра очень могущественна. На уровне садхана или сиддхи вы должны все время повторять Махамантру. Что не Махапрабху сказал? Когда я принял Нама мантру и Дикши мантру от Гуру, то я обезумел. Обезумел, пагал. Я стал безумцем. И все мне стали говорить, ты безумный. И однажды я спросил своего Гурудева, я что, безумный? Нет, нет, потому что ты обрел Кришна прем. Мой Гурудев, он прочитал одну шлоку из Шримад Бхагаватам. Иногда плакал, иногда катался по земле. На самом деле, према не может проявиться в этом теле. Только вечные спутники Кришны, Нитя Парикары, они понимают, что то есть только их тела могут выдержать эту прему, такие как Рупа Госвами, Санатана Госвами. Вы слышали Харикатху о Рупа Госвами? Однажды Рупа Госвами слушал Шримад Бхагаватам Брахма Рагету из от Рагунат Бхатта Госвами. Нет, Гопал Бхатта, а Рагунат Бхатта, он давал Бхагаватам. Все плакали при этом. А Рупа Госвами, он оцепенел. Никаких слез, он просто сидел. И кто-то спросил, о, мы слышали, что Рупа Госвами, он лучше преданный, но никакие слезы не показываются из его глаз, ничего не происходит. А кто-то сказал, вы не знаете глубину сердца Рупа Госвами. Если вы хотите понять, что, какова его према, просто поднесите ватку к его ноздрям. И кто-то взял кусочек хлопка, поднес к его ноздрям, и эта вата загорелась. То есть вираха агни, то есть такого рода огонь разлуки проявился. Почему я говорю об этом? Према не может выдержать это тело. Только лишь вечные спутники Кришны, Кришна Нитя Парикары могут стерпеть эту прему. Но существует определенный процесс, как достичь эту прему. Прям я сказал, каков процесс достижения нашего высшего совершенства.
Какой процесс, говорите? Ай, Рамани, бол. Я суна. Рамани, диди. Прям прапти юпай кя? Кэсе бол? Прям прапти. Здесь пять процессов. Первое. Садхана сиддхи. Затем Бхава сиддхи. Саруп сиддхи. Васту сиддхи. И парикара. Вначале идет садхана сиддхи. Вы должны достичь Садхана означает, как уничтожать всевозможные анархии из вашего сердца. Затем, после садхана, вы достигнете бхавы, вашего настроения, например, в дасе, в саке, в ацале или матхуре, в зависимости от вашего потенциала. Затем сваруп сиддхи. Сваруп сиддхи означает, вы осознаете свой вечный духовный облик. Это будет, придет на уровне асакти и бхава доши. Затем васту сиддхи. Там, где приходят лилы Кришны, вы должны будете родиться, принять рождение в том месте. Если вы родитесь в Прагата Лила Кришна, вы должны будете родиться из лона Гопи, и затем, общаясь с вечными спутниками Кришны, Рады Лалитой Вишакой, каким образом вы будете прогрессировать. Затем, когда Кришна Лила закончится, когда вы полностью созреете, то по милости йога майи Кришна перенесет вас на Голока Вриндавана, возьмет с собой на Голока Вриндавана. Это уже парикар. То есть начали садхана сиддхи, бхава сиддхи, сваруп сиддхи, васту сиддхи, затем парикара. Таков процесс. Не так-то просто отправиться на Голока Вриндавану. Вы должны пройти через этих пять ступеней. Пять процессов. И затем парикатта. На самом деле, те дживы, которые проявились из Сварупа Шакти, Сримати Радхики, вы должны служить Шримати Радхике под руководством вечных спутников Кришны. Вы должны служить Шримати Радхике, Радхе Кришне, под руководством Лалиты Вишаки, Рупа Манджари и так далее. Есть определенный процесс. Но в Прокатлиле они будут очень много тренировать вас. Прокат лили. Когда будет проходить проката лила Кришны, тогда вы уже будете в своем трансцендентном теле, и тогда они будут вас постоянно тренировать, учить. Поэтому поется в этом баджане Паля Даси Кори. Агам-се-ба-са-мар-пи-ве. Амаре лоия каве Сиви-са-ка-паде Сангита-сикхива Кришна-лила-раса-мая. Шрила Бхактин Такур говорит, вы должны выучить все виды искусства. Все. Таков процесс. Вы должны родиться в Праката Лила Кришне. Сначала садхана сиддхи, бхава сиддхи,
Вастасиды. Вастасиды означает, что вы родитесь в правильных рядах Кришны. И все саки будут тренировать вас. Гуруде. Например, кто-то хорошо играет на гармонии. Но когда вы отправитесь в прокат лилу, проявленные лилы Кришны, когда Кришна проявляет свои лилы в этой брахманде, тогда Лалита и Вишака, все они будут давать очень хорошее обучение вам. Бхактина Такур поэтому поет. Гуру спросил, видимо, где киртан проходит. У нас пока небольшое объявление. Если кто-то хочет послужить, купить термос на 300 миллилитров. Не на 500, а маленький, на 300 миллилитров. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Очень нужно. Маленький термос сломался. Для Гурудева. До своего Гурудева. Итак. В соответствии с вашим потенциалом вы обретете такого рода тело. Даси, сахи, вацали. Обычно это мужские тела, а те, кто в настроении, мадхурья расы. Их тело должно быть женское. Таков процесс. Тогда вас будут обучать, общаясь с вечными спутниками Кришны, Рада, Лалита, Вишаки. Они очень милостивые. Они будут давать вам свое общение, сангу. Тогда такого рода настроение проявится в вашем сердце. В этом стихе в Вену Гиты очень ясно объясняется. Итак, я вкратце вам описал, что такое нама и мантра. Нама. Гаятри мантры, сколько вы будете повторять? До тех пор, пока вы не достигнете Вайкунтха-дхамы. Понимаете? До тех пор, пока вы будете повторять Гопал-мантру. До тех пор, пока вы не достигнете Вайкунтха-дхамы. А когда вы достигнете духовного мира, тогда уже не нужно будет повторять Гопал-мантры. Тогда вы будете повторять только Маха-мантру.
Муни и Риши приходят, различные саду, не один вид саду, кармы саду, гьяниги саду, бхакти саду, нага саду. Что значит нага саду? Португал. How in Portugal? I'm taking bath. Ну, грубо говоря, like this word. Very nice, beautiful place. Такое прекрасное место. Калпавас означает, one month, если вы будете on the bank of Tribeni, один месяц на месте Тривени, там здесь бывают три реки, и, возможно, один день. Брахмалока. Что-то не понял. Again? Sorry? Again? Что-то не понял. Если месяц маг, один месяц, вы будете жить вместе Тривени. Вопрос в воде. Тогда после смерти вы отправитесь в Брахмалоку. Один день вы будете находиться на Брахмалоке. То есть вы получите возможность находиться один день дома, находиться там. На хинди гурде повторяют, видимо, то же самое. Это называется калпавас. Таков процесс. Тогда вы там сможете находиться один день Брахмы. Only. Итак, Гопа Кумар сказал, когда я прибыл туда, я увидел это прекрасное место, столько различных садов, и в особенности в этот месяц все раздают пожертвования. То есть, чтобы накопить пунья, пунья карму. Индусы, они очень умные. Они вот накапливают вот эту благочестивую карму. Там множество саду, риши, они повторяют святые имена. Различные саду, они занимаются разной деятельностью. Все саду не одинаковые. У разных личных саду различные, различная деятельность. Карми саду, йоги саду, бхакта саду. Но Гопа Кумар, он увидел одного бедного брахмана, который пришел на берег Тривени. И он очистил там место и поместил свое маленькое шилаграм, свое маленькое такураджа, шилаграм. Шилаграма Нараяна он поместил туда. И он стал поклоняться Такураджи с помощью лампады ги и благовониями, предложил прасад, сладости. Пел, танцевал. Очень, на очень сладостной мелодии он пел, танцевал. И многие люди, они там собрались. И так многие, и все погрузились в их эстетические настроения. Иногда те браманы, они пели, танцевали, катались по земле. А, то есть этот браман и проявлял... А, то есть вот эти люди, они проявляли свои бхавы, настроения. Гопа Кумар заметил, как этот брахман, он поклонялся своему такурджи. Что за такурджи? Шилаграм Шила. Тогда позднее этот брахман стал распространять прасад. Ну, по чуть-чуть. И все приняли прасад. И когда люди ушли, этот брахман взял свой шилаграм шилу и поместил в маленькую коробочку и закрыл. И Гопа Кумар заплакал. Брахман, ты зачем так сделал? Ты сказал, что твой такураджа — это Нараяна, Бхагаван, но ты поместил его в такую маленькую коробочку. Когда он проснется,
Кто подаст ему воды? Как он там переворачиваться будет? Он же маленький. Как он там сможет переворачиваться? Мадхури? У меня кровать вот как... У меня кровать вот в два раза уже, чем та кровать, на которой сейчас сижу. То есть один раз, если перевернешься, вообще упасть можно. Иногда я падал, Гурудев говорит. Таким же образом Гопакумар сказал: Браман, как святой Такура Джуа? Он сможет там переворачиваться в этой коробочке. Кто ему водички даст? И Браман сказал: Гопакумар, ты мал еще, ты не знаешь. Господь — это верховная личность Господа, своим Бхагаван. Его зовут Нараян. У него столько богатства. Он проявился из трансцендентного мира в этом материальном мире. И он проявился в образе Шилограм Шила Нараяна. Почему? Потому что он принимает наше служение. Он очень милостив. Он просто принимает наше служение, севу. Он Джагадишвар, верховный, управляющий всей вселенной. Он Джагадишвар. У него столько богатства. Но кто сможет ему служить? Никто. Но он милостиво принимает наше служение. Как возможно служить Господу? У него же столько богатства, денег. У него все есть. Все дома в трансцендентном мире на Вайкунхе полны драгоценных камней, которые также трансцендентные. И его жену там называют богиня удачи, Лакшми Деви. Если ваша жена богатая, вы тоже, наверное, будете богачом, да или нет? Западные люди говорят: ну, не знаю, не знаю. Но в Индии, если жена богатая, то вот тоже богатый получается. Поэтому что я могу тебе дать? Так это или нет? Итак, этот Браман сказал: мы не можем служить Такурджи. In this way, that Brahman he glorified. Таким образом, этот Браман прославлял его. Then Gopakumar he told, oh, that means you are. Гопакумар сказал: о, ты лучший из тех, кто принял милость Господа. Sarvashrestha Kripa Patra. You are the best recipient mercy of Lord. Ты лучший из тех, кто принял милость Господа. That Brahman he blocked his ears. Этот Браман закрыл свои уши. Нет. Я не лучший из тех, кто принял милость Господа. Как возможно, чтобы я служил Господу? Я никто, я очень бедный Браман. У меня ничего нет. Как возможно, чтобы я служил Господу? Если ты хочешь увидеть, как по-настоящему служит Господу, ты должен отправиться в Южную Индию, в храм Ананта Падманабхи. И там ты увидишь, как царь Ананта Падманабхи служит своему Такурджи. Потому что он царь, у него столько денег, и все свои деньги он задействует в служении Такурджи. Таким образом, этот бедный Браман прославлял Ананта Падманабху. Там такое удивительное, прекрасное божество. У них там какой там храм Сварна Мандир?
Храм сделан из золота, там семь дверей. Если вы хотите войти в храм Ананта Падманабхи, вы поразитесь, и Господь там лежит на кровати Шашинага, на змее. Господь отдыхает на ложе, который является Баладев Прабху. Ананта. То есть огромный змей. Там через три двери вы можете видеть прекрасный образ Господа. Первую дверь вы увидите. Увидите прекрасные лотосные стопы Господа. Во второй двери посередине вы увидите прекрасный лотосный пупок Господа. И затем, и вы увидите, как из пупка исходит этот стебель, стебель лотоса, и там наверху распускается лотос, и там, на этом лотосе, восседает Брахмаджи. Вы видели такое или нет? Видели Ананта Падманабху? Ананта Падманабха, такое прекрасное божество. То есть, я так понимаю, Гурдев на хинди повторяет. Вот, правда, этот вот лотос, на котором восседает Брахмаджи. Четурмук Брахма, четырехглавый Брахмаджи, который является творцом этой вселенной. А в третью дверь вы можете увидеть прекрасное улыбающееся личико Господа Ананта Падманабхи. У него четыре руки, в которых находятся четыре достояния. Бхагаван, Ананта Дев, Ананта Падманабхи. И брахманы там так прекрасно служат ему. Не только один брахман. Сотни, сотни брахманов выполняют это служение. И все они погружены в служение. Эти брахманы, они постоянно воспевают ведические мантры на очень красивой мелодии. Дивива чакшура татам. Таким образом, они воспевают эти мантры. Пурушоттама мантры, очень особые мантры, которые называются Пурушотта мантры, ведические мантры, Гайтри мантры. Множество брахманов там, они проводят огненные жертвоприношения. Различные брахманы, они проводят, то есть разную деятельность. Кто-то огненное жертвоприношение приходит каждый день. Они предлагают сваха. Сваха или аха? Тадвишнам Парабам. В общем, различные мантры, которые произносят во время огненных жертвоприношений, они повторяли. Такое прекрасное место. Каждые три часа они меняют одежды Такураджи. Каждые три часа. И эти одежды очень красивые, царские, сделанные из шелка. И там множество украшений также на этих одеждах. Потому что это Бхагаван. Он Джагадишвар, верховный управляющий всей вселенной. И брахманы должным образом в соответствии с Веди-маргом
они поклоняются полностью по правилам, когда браманы идут, тогда вся дорога перекрывается, потому что севаки идут в мандир. Вся дорога перекрывается. Никто не может. Даже никто не может касаться их тени. Когда браманы идут поклоняться так уже в храме, тогда вся дорога блокируется. Никто не может коснуться даже тени этих браманов. Они следуют всем правилам и предписаниям. Эти браманы, они готовят всевозможные изысканный прасад. Сотни-сотни браманов готовят для Такурджи. И они масками, масками, ну, как бы тканью закрывают свой рот, нос, чтобы не вдыхать то, что они готовят, запахи. Чтобы не разговаривать при готовке и покрывать свои головы, чтобы ни один волосок не упал. И они готовят множество подношений. Каждый день больше 300-500 подношений, блюд они готовят для Такурджи, предлагают. Если вы отправитесь туда, вы поразитесь, вы подумаете, нет-нет, я больше оттуда никогда не вернусь. Вы отправляйтесь туда, садитесь, да увидите, там никто не разговаривает, там все только медитируют. Если вы войдете в храм, вам скажут, хорошо, присаживайтесь и медитируйте на Господа, никто не разговаривает там. Все держат молчание и закрывают глаза, и воспевают мантру «Ом». Не так медитируют, говоря «Ом», потому что это Бхагаван. Никому не разрешено там разговаривать, потому что в шастрах так говорит, ни в коем случае нельзя громко разговаривать. Если вы будете изучать 32 оскорбления служения Господа, там есть одно оскорбление, то есть нельзя громко разговаривать перед Такурджи. Вы не можете там, нельзя ругаться перед Такурджи. Всегда сохраняйте тишину, потому что это Бхагаван. И всегда все это перед Господом со сложными ладонями. И он всем дарит свой даршан. После даршана, медитируя на Господа, медитируйте на Господа, потому что это проявление Шантараса. После медитации на Господа, то один за одним, очень мягко, вы должны выходить из храма, как кошка крадется, вообще не издавая ни звука, иначе как слоны побежали. Очень-очень мягко, по одному, тихонько выходят. Браманы необычайно милостивые. Они очень щедрые. И на выходе они раздают прасад. Примите, пожалуйста, примите этот прасад от Господа. Не можете поверить. Там огромные тарелки с различными изысканными угощениями, прасадом Господа. Возьмите это. В
И после принятия просады вы увидите там огромное место. Кто-то там танцует, поет. Там дают прекрасные лекции, прославляющие Ананта Падманабху. Они даруют множество пожертвований. Ну и кое-что там есть. Там очень строгая кастовая система. Брахманы, кшатри, вайши, шудры. Никто не смешивается друг с другом. Так, это дорожка для браманов, это дорожка для шудр. Это для женщин, это для мужчин. Все там прекрасно организовано. Вы можете прийти в любое время и принять просад. Гопа Кумар. Когда он услышал об этом, он подумал, я должен отправиться туда и получить дарши Ананта Падманабхи. И тогда он начал повторять свою Гопала мантру. Как я уже сказал, эта мантра очень-очень могущественная. Нама и мантра необычайно могущественная. Нама. Нет никакой разницы между намой и мантрой. И нама и мантра исполнят все ваши желания. Повторяйте мантры. И Гопа Кумар сказал, о, Матхарский Браман, когда я стал воспевать эту мантру, очень быстро я прибыл в это место, Ананта Падманабхи. Там я видел, насколько прекрасно это место, Ананта Падманабхи. Браманы описывают какое-то прекрасное место. И там золотой храм, Сварна Мандир. Гопа Кумар заметил, какой же прекрасный лотосный лик Господа Ананта Падманабхи, его пупок и также его лотосные стопы. И как ему там служить? Это называется Раджа-сева, царское, королевское служение. Как я уже сказал, сам царь, он задействует все свои деньги в служении Господу. Таким образом, Гопа Кумар на протяжении нескольких дней находился там. Он не знал, когда солнце восходит, а когда заходит. Как там все проходит? Там прекрасное празднование Парама Утсава. Такое удивительное место. Но Гопа Кумар сказал, он Матхарский Браман, однажды я стал воспевать свою Гопала мантру. Я подумал, если бы я стал царем этого места, Ананта Падманабхи, тогда бы я смог служить Господу еще больше. Потому что нама и мантра, они исполняют все ваши желания. Тогда однажды ночью Господь Ананта Падманабха пришел в сон царя. О, царь, послушай, после твоей смерти этот Гопа Кумар, этот юноша, должен стать царем твоего царства. И он будет ответственным за мой храм. Тогда царь написал очень ясный документ, в котором говорилось, после моей смерти Гопа Кумар станет царем, и он будет править здесь. Через некоторое время царь заболел и оставил свое тело. Все министры сказали, Гопа Кумар, теперь ты царь Ананта Падманабхи, этого места. Ты должен взять на себя это.
Но Гопакумар, он стал царем Ананта Падмановки, он не менял свою одежду. Он не принимал царских одежд. У него всегда были простые одежды, как у мальчика-пастушка. Теперь он царь Ананта Падмановки, но он не надевал царских одежд. И он задействовал все свои деньги ради служения Ананта Падманабхи, чтобы служить ему еще больше и больше. И он так он правил. Каждый день, рано утром, все должны приходить на Мангаларати, Сантан Госвами объясняет. Многие люди не приходили, но Гопакумар так все устроил, чтобы все люди приходили утром на Мангаларати, чтобы получить даршан Такураджан. Дикдаршан Тики Сантан Госвами в своих комментариях объясняет это, как Гопакумар он все устроил. Бедные люди не могли прийти, но Гопакумар, он все организовал, все устроил, чтобы все люди приходили, чтобы получить даршан Мангаларати. Кто-то, например, думает, у меня нет денег. Но Гопакумар сказал, нет, нет, я все для вас устрою. И там столько прасады раздавалось. Итак, все погрузились в экстатические настроения. Все жители этого места Ананта Падманабхи были очень счастливы. О! Теперь новый царь. Какой новый царь? Гопакумар. Он все организовал. Служение Такураджи. И он говорил, больше и больше вкусного просада. Не можете даже представить, какой там просад был. И так прошло несколько месяцев. Но Гопакумар, его ум немного побеспокоился. Почему? Ваш ум беспокоится? Иногда ум беспокоится. Чей ум беспокоится? Всех. Почему? Потому что вы думаете материальным. Но ум Гопакумара обеспокоился не из-за материальных вещей. Его ум был побеспокоен по двум причинам. Гопакумар заметил, что браманы, они делали различия в храме. Какой по кастам? Это браман такшатри, это шудра. Нет. Во дворце Господа все равны. Как говорится в этой шлоке, я не браман, не кшатри, не ваш, не... Ваши не шудра, я не саньяси, не брамачари, и так далее. Я слуга слуги слуги Кришны, который является возлюбленным гопи. Но в храме эти браманы, они делали вот эти различия, как я уже сказал, так, это дорога для браманов, это для кшатриев, ваши шудры. Тут мужчины, тут женщины. И браманы очень-очень строгие. Они следуют всем правилам и предписаниям шастр. Время от времени, в соответствии с расписанием, они служили Господу прекрасным образом. В 11 часов они закрывали двери. Если вы придете на секундочку позже, они вам не откроют. Потому что там очень строгие правила в Вайди-бхакти. О, сейчас Господь принимает отдых. О, сейчас Господь отдыхает или принимает просад. Он сейчас говорит, я так издалека пришел, пожалуйста, откройте. Нет, нет, получишь даршан в 5 утра. Мангаларати. Итак, браманы
очень строгие. So, Gopakumar mind little bit stopped. Итак, ум Гопакумара очень немножко беспокоился. Как вот эти брахманы, они то очень-очень строго. Есть два вида преданных Господа. Одни преданные настроения Вайди Марга, а другие следуют пути Рага Марга. Потому что Гопакумар и его спонтанная природа — это Рага Марг. А эти брахманы, они последователи Видхи Марга. Поэтому как возможно, чтобы они вместе находились? Поэтому ум Гопакумара беспокоился, он не был счастлив. Однажды он подумал, что же теперь делать? Он не мог контролировать этих брахманов. Несмотря на то, что он царь, но он не мог ничего сделать, контролировать, управлять этими брахманами. Вы знаете, как Джаганат Капури, Рамануджа Ачарья, который является воплощением Баладева Прабху Лакшмана. Эти брахманы в Джаганат Капури жуют орех Бетеля и при этом поклоняются Джаганатхе Такурджа. И Рамануджа Ачарья разгневался. Эй, вы жуете орех Бетеля и при этом поклоняетесь Такурджа. И поэтому Рамануджа Ачарья выгонял их всех из храма. Все, не можете вы тут поклоняться Такурджи. Всем брахманы стали молиться Господу Джаганатхе. И однажды ночью Рамануджа Ачарья спал на кровати, и Кришна Баларам взяли его кровать и забросили в Джаганатхапури. Очень-очень далеко запулили. Когда рано утром Рамануджа Ачарья проснулся, он увидел, что его кровать не в Джаганатхапури, а где? Очень далеко. В Курмачале. В одном храме. За 500 километров, в общем, забросили. И все там поклонялись Такурджи, думали, что там божество Шива. А Рамануджа, последователи Рамануджа Ачарья, они никогда не входят в храм Шивы. Они скорее умрут или войдут в огонь, но они никогда не войдут в храм Господа Шивы. Или также они не будут поклоняться никаким полубогам. Последователи Рамануджа Сампрадая очень-очень строги в этом. Они не будут поклоняться никаким полубогам. На хинди гуру повторяет. То есть скорее они войдут в огонь, чем войдут в храм Шивы. А тут Рамануджа Ачарья проснулся, где он спал, в храме Шивы. И Рамануджа Ачарья очень смиренно взмолился Джаганат, в чем моя вина? И Джаганат стал его ругать. Рамануджа Ачарья, ты стал замечать недостатки моих севаков, и поэтому я наказал тебя. И Рамануджа Ачарья очень смиренно взмолился, почему ты меня сюда поместил, в храм Шивы? Но Джаганат сказал, на самом деле это не храм Шивы, это храм Курмадева Бхагавана. Некоторые люди, они просто не понимают, что за божество, они думают, что это Куршива. Итак, Рамануджа Ачарья, он там установил вот это вот божество. Курмачал. И поэтому Гопакумар подумал, я не могу контролировать этих брахманов. Сватантар Бхагаван, у него столько любви к своим преданным. И Гопакумар подумал, что же мне теперь делать? Однажды с юга пришли вайшнавы из Джаганатхапури, и они стали прославлять Господа Джаганатху. Они прославляли, какой же удивительный улыбающийся лик Господа Джаганатхи. У него большая улыбка. Широкая улыбочка. Он всегда дарует даршан всем. Каждые 3 часа в храме Ананта Падманабхи там закрываются двери. Вечером в 6 или 7
Семь они закрывают двери. Может быть, потом Мангаларас открывает. И потом каждые три часа еще закрывают. Но в Джаганнатхапуре Джаганнат постоянно открыт, не закрывается. Но Господь, Он принимает отдых, то есть Он отдыхает только три часа. Если вы отправитесь в Джаганнатхапуре, вы увидите, как, насколько милостив Господь Джаганнатха. 21 час в сутки Он дарует свой даршан, только три часа Он отдыхает. И там нет никакого различия в кастах и расах. Брахманы, кшатри, все могут ходить в храм Господа Джаганнатхи. Никакого различия. Все могут принять прасад. И тут же из одинаковых тарелок. Шудра ты или Брахман, ты можешь принять прасад из той же самой тарелки. Если отправитесь в Джаганнатхапуре, внутрь, Ананда, если вы отправитесь в храм, ой, на этот рынок, Ананда-базар, который перед храмом, то Брахманы, они вас будут угощать. Там не нужно даже ничего покупать. А вы подумайте, мне не нужно ничего покупать. Просто вы приходите туда, и вам дают пробовать, и вы там пробуйте, пробуйте. Желудок наполняется, и вы понимаете, что ничего уже покупать и не надо. Наелся. Итак, Господь Джаганнат необычайно милостив. У него такое красивое, улыбающееся лицо, он такой удивительный. И его две руки протянуты к преданным. Он говорит: «О, мои детки, сыновья и дочери, идите ко мне, ложитесь, садитесь мне на колени». В ходе фестиваля Радхаятры Господь Джаганнат иногда он не входит в храм Гунича. Один день, или иногда даже два-три дня он находится снаружи храма. И все, из какой бы касты вы ни были, или расы, вы можете напрямую получать даршан Господи, можете подняться на колесницу и обнять Господа. И там раздают также изысканный прасад. Вы даже не можете поверить, какой удивительный Джаганнат Махапрасад, потому что его напрямую готовит Лакшми Деви. Кто готовит там? Лакшми Деви. Лакшми Деви, то есть Бима Деви, супруга Господа Джаганнатхи. Она готовит для Господа Джаганнатхи. Время уже подошло к концу. Так, завтра мы продолжим. Сейчас Гопа Кумар подумал, я должен отправиться в Джаганнатхапуре. Завтра мы придем в Джаганнатхапуре, хорошо? Да.